Всех привет и праздновал просонок. Продолжаем и проходить империю Тотовар. Так, у нас все риги тут меняется, да? Сколько тут осталось вообще? Ну, чуть-чуть осталось, вот не слишком долго. И тут это вот как раз и откроется у нас. Так, так, так. Это у нас что? Военный, да? Наем флота у нас нету. Я думаю, скорее всего, надо пропускать ходы. Это у нас есть хозяйство, все. Ну, точнее, это рост будет тут увеличиваться. Кемь. А где-то кемь у нас появится. А, вот он, да? И все, да, больше у нас ничего нету. Здесь. А здесь что-то есть? Нет. Здесь у нас тоже ничего нету. Тут у нас строится еще два хода будет. Ёпта, я забыл про что у нас два хода будет строиться еще. А это что за фигня? А, это здесь. Здесь то же самое, нет развития. Ну да, решил церковь поставить пока. Чтобы религию изменить. Чтобы вот это религиозное волнение убрать вообще. Тут я вижу все полноценно, все происходит пока, да, замечательно. Ну ладно. Забыл, ну сделал штуку, ну ладно, ничего важного. Так, здесь надо перестройку делать или ждать, когда вот это развитие получит. 4 года здесь. А где через сколько и будут они готовы? Ну, через как раз 15 ходов, через 15 ходов. Даже, может, раньше, фиг узнает. Так, риги тут особо во мне нет, да? Тут только сопротивление оккупанции. Ну, есть волнение, ну, тут сейчас поменяется все, здесь у нас строится. Ну, тут это будет у нас экономика пойти. Я думаю, следующий раз у нас будет Сербия. Городок, который мы захватим себе. Здесь у нас пока ничего такого нету. Я думаю, можно что-то... Вот эту, бля, почему-то у нас вообще пиздец нету армии. Ну, тут скоро будет, можно нанимать побольше солдат. Но тут надо заказать, чтобы... было подкрепление. У нас генерал откуда тут взялся вообще. Ну, дальше я сам его всего притащил, но все равно. Ну ладно, пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет происходить. Надо было по им походить. Мне нужно отдохнуть. Да, отдыхай, отдыхай. Да, долго они будут ходить так. Давай ускорим их. Самое главное, Индия нас не напала бы. Это самое главное. В этой области есть неиспользованная земля. Так, у нас появился агент. Замечательно просто. Это позволит увеличить доход области и темпы роста населения. Так, где у нас агент? Здесь. У нас здесь агент появился. Замечательно просто. Ну что, сюда будем отправлять опять? Или все-таки мы... Все-таки дофига слишком агентов у нас здесь. Очень много агентов. А здесь у нас почти ни одного нету. Пробую его сюда дойти. Долго он будет идти сюда. А, у нас еще здесь агент есть. Ёб твою мать. Идешь сюда.
Вижу. Так, 6 тысяч у нас появляется, потому что вот эти постройки прям увеличивают наш шанс. Все не шанс, а прибыль нашу. Так. Флот. 600, нифига себе тут 600, нихуя прям тут. Рост событий. Да, примерно тебя первого поставим. Пускай у нас строится корабль. Так. Губернатор. Тут 3000 надо. Тут развитие скоро осталось. Ни о чем. Так, что у нас тут написано? Забастовка? А почему тут забастовка? Азов скоро будет готов. А, ну тут один ход остался, не волнуйся ты. Чем могу служить? Сейчас. Так, ты идешь сюда, а ты меняешься. Ты идешь сюда нам. Технологии пока изучаются. Так, забастовка. Это мы знаем. Это мы тоже знаем. Что у нас тут вообще? Дворец можем. Королевский дворец построим здесь. Можем построить. Через стену укрепления, да, блин, наконец, да? Так, умер даже на лицо. Ярослав, я помню. Это здесь, да? В политике. Царь Павел, 60 лет. Популярность пока нормальная у него. 53, 87, нихуя, 50. 8, 31, 40. Да, мне везде, у нас в данный момент очень все хорошо. Надеюсь, все исправится в ближайшее время. Это очень жаль, конечно. Так, постройки. А, у нас два агента появилось. Вот что. Пора событий. Так. Наем войск. Нанимаем тебя. И все. Строительство у нас завершено, потому что мы ничего построить не можем. Это очень плохо. Так, вот здесь можем построить. 3800. Здесь максимальное. Во. Вот тут хочу построить. Пускай строится здесь. И 257 у нас золотых остается, как всегда, ничего ни туда, ни сюда мы ничего сделать не можем. Тут пока пускай утихает у нас. Дети из 8 уже. Здесь пока так стоит, пока вот это не придет. А он у нас само сюда идет, пускай только так и у нас стоит здесь. Здесь религия у нас меняется. Ну, пока долго. Будет меняться. Там можно скоро построиться. Здесь тоже надо будет построить. В следующем ходу может потратим на это все. Блин, оттуда армия хорошая здесь. Не особо хочется убирать ее. Ну, надо будет это сделать. Так. А кого тут армии можно вообще... Вот так объединим его и все. Будет нормально все, да? Они тут все линейные. Тут вообще пиздец. Нормальные все. Технологии у нас еще далековато. Вот здесь хозяйство у нас скоро откроется. Но надо... Вот это, блин, прокачивать. Где? Это она наоборот. Вот он. Ну, сейчас построится... А он построился, интересно, или нет, университет? Вот он. Нет, в следующем году будет готов. Замечательно просто. Так, ты пока у нас не ходил, иди сюда. Ну, здесь больше делать нечего, кроме вот этой идиоты, которые у нас ходят здесь. Все останется в тайне.
Я вошу в глаза. Что-нибудь еще? А это что за город? Вот это он нельзя. А, вот это она есть, вся область, их, его. А, нифига себе здесь. Это вся эта область. Если тут атаковать. Вот тут, блин, очень плохо все у нас. Три замки просто держатся под удар наш. Можно сказать, будет под удар будет держаться. Если Индия нападет. А тут всего лишь один у нас, можно сказать. Дальше будем атаковать здесь. Отсюда надо армию уводить какую-то. Половинчатую. Но прежде чем ее уводить, надо объединить. И восстановить ее. Вот так сделаем один отряд. Вот и замечательно просто. Вот это надо улучшить. Точнее, восстановить ему. Сколько тебе лет-то? 55, нормально. 41, нормально. И тут без этого. Ну, а что-то вот этот, может, двоих. Так, давайте отсюда возьмем парочку. Тебя, тебя. Ты у нас остаешься здесь. Тебя, тебя. И тебя. Идешь сюда. Здесь какие волнения вообще у нас? А, тут только реформы. Ну да, возьмем пару армий здесь. Тебя, тебя. И сюда. Как дела? Один. Нормально. Тут просто замечательно. Все, объединились? Да, объединись и идешь вот сюда. К Москве. После Москвы пойдешь у нас, можно сказать, на ту сторону. Здесь пока мы будем держать армию. Здесь очень плохо, конечно. Армии вообще никого не осталось. Ну, как-нибудь будем придумывать. Ладно, все. Пропускаем ход, смотрим, что у нас дальше будет происходить. Надеюсь, они атаковать не будут из Индии. У них слишком большая армия и все остальное. С ними очень долго мучительно сражаться. Я только согласен, когда мы Османскую империю вообще расслабим и уничтожим. Да, может, возьмем себе еще. А сейчас нам надо экономику какой-то продвигать. Извините, попил водички. Как они меня заебали ходить у меня везде. Вот кораблей у них дофига, слишком дофига. И шведы тут что-то стали ходить здесь, мне это не нравится. Все. В этой области есть порт, который не был раз. Выберите тип порта для работы. Технология сейлка. Окей, у нас новую технологию изучилась, да? Принесет доход от международной торговли, а военный позволит строить корабли. Так. Вот что-то можно и это тоже изучить. Надо, скорее всего... Блядь, а что я тут изучал? Вот что изучал. Ты... Да, вот это изучай. Шесть ходов, тут еще 10 ходов будет. Тут, скорее всего, и нижний у нас будет изучать это. Все, они минусы, они, блядь, минусы, нахуй, пиздец. Давайте-ка сначала вот это исследуем, дороги хотя бы, может, будем улучшать дороги. Обучение готово, замечательно просто. Давай наймем тебя. Строительство, замечательно. Это максимальное, да?
Тут у нас троица еще. А, тут надо тоже построить. Чтобы вы все радостные были. Ноль здесь. Дальше хоть построили мы это. Ну это мой шкур 31 плюс дополнительно будем приносить. О, ёпта мой, пиздец просто. А, то максимально даже построен. Я даже не знаю, что тут делать. Школа просто уничтожает все, что тут есть. А что нам принесет это? И все, да? Вот это будет максимальное. А давай его построим, фиг с тобой. Ничего страшного в этом нету. Можем это построить. Это же максимально будет у нас здесь стоять. Да, вот это построим, значит. И все пока. Пока волнение у нас тут стоит, мы ничего не сделаем. Оккупанция. Ваша светлость. Так, тихо, ты не беги так быстро. Это пока тут пускай тут сидит. Тут армия не слишком большая. Так, идешь сюда. Пока у нас проблем нет, ты идешь сюда. Вот так у нас и ходят все. Пока мы никаких действий не будем совершать. Здесь мы все-таки строим. Тут ничего не вот, ну реформы, блядь, держат, пиздец. Это наше, да, до сих пор. Ха, оно наше будет долго. Оккупация здесь, блядь, слишком резко стоит. Никто не узнает. Так, ты будешь здесь, ваша да? Светлость. Пока здесь стой, пока это не прибудет. Чем могу помочь? Вот, да? Уже это ихний город. Дамаск, Сирия. Иерусалим можно тут захватить, ё-моё. Но сначала надо вот этот город. Но прежде чем этот город, я хочу вот эти города захватить. Вся армия там соберется, щит у меня, и будет все замечательно. Где у нас корабль, да, должен появиться или нет? Нет, еще один ход нам должен. Ну ладно, будем ждать его. В следующем ходу пропускаем. Пока все у нас мирно. Стараемся все пока мирно делать. Османской империи нас не атакует, а другие страны нам пока не нужны войны. Они заебут мелкими отрядами. Надо выставить армию какую-то, небольшую, блядь, и уничтожать этих мелких отрядов. Я как меня заебаю, может их шпионами поубивать, а? Это шпион рядом как раз находится, фиг с ними. Вот это мне не нравится, когда шведы так делают, значит они готовятся к войне. Скорее всего против нас. А там небольшая армия у меня находится. Они прям вот придут и все, блядь, и на границе, можно сказать. Ценные природные ресурсы. Как... Наем войск. Балтийское море у нас появился. Кораблик. Вот наш первый флот. Ух, да. Флот очень большие денег требует. Я даже не знаю, как его держат вообще люди. Ну, конечно, вот это можно было развитие. Прям очень хорошо, блин, на это вложиться. Может это будет. Ну давайте тут. Это пока нет. 6 ходов будем строить себе дворец. Надеюсь, тут больше денег будет приносить нам. 1500 нам осталось. Пока тут ничего такого нет, что мы можем улучшить за 1500. Молния это электричество. Офигеть просто. А я-то думал, другое что-то. Во! 1500, можем дорогу улучшать. Точняк, ёпты.
Что-то я не подумал по поводу дорог вообще. России через жопу все делается. Так же, как и у меня в игре, бля. У меня нет этих. Дай попробуй убить его, а? Просто интереса. Ничего не получается. Ну, а, не, получилось. Замечательно. Что пожелаете? Замечательно просто. Чем могу помочь? Чем могу служить? Следую за целью. Там ничего такого нету, нихуя вообще. Ну ладно, фиг с ними. Пропускаем код. Если вот это, блядь, флот... 310 отнял у меня. Ты не можешь такого быть. Вот так сильно отнял у меня. Ну ладно. Сегодня у нас у меня 20 солидные. А авторитет какой у нас? Да. Что у нас в Османской империи? Ваша равная у нас экономика. Флот 10 вообще ни о чем. Так, экономика 80. 20. Ну, говорю, экономика у всех. Посвящение у нас тоже вообще ни о чем. Мы как в жопе были, как и оставались в жопе. Ха. Очуми просто. Ну ладно, пропускаем код. Короче, серии будут мирные у нас. Много ходов пропустим, конечно. И пол игры прошло только. Только пол игры у нас прошло. Думаю, впереди у нас еще много времени. Все равно же будет. Пропускаем, чтобы быстрее не ходили. Да, слишком много надо с ними как-то воевать. Да, они тупо ходят туда-сюда и все тупо. Ну, надо что-то хотят пиздить. Ух, нихуя, что за война там у них творится? А вот это мне не нравится, большая армия приближается. Так, война объявлена. Чего, блядь? Их союзники. Так, я уже объявил вам войну. Да бля, у меня союзника со мной нет, нихуя. Бля, ну опять такое же говно. Бля, пиздец. Я так и говорю, что-то будет, бля. Вот они начали. Ну чё, возвращаемся обратно туда с армией. Сейчас я из этого Москвы буду отправлять туда армию. И всё. В этой области есть замечательно земля, просто. На можно строить фермы. Построилось просто супер. Области и темпы роста населения. Да, торговое соглашение расторгнуто, это понятно. Постройка одна только у нас построилась. Замечательно просто. Так. Нанимаем тебя. Три отряда. Кроме генерала, идешь сюда. Эта армия идет нам обратно сюда. Ждем тут армию, значит, будем. Все тут делать не... А, город не построен, охуеть просто. А что у нас вообще здесь дела какие? Плюс 2... Ну, давай вот это построим. Денежка нам будет приноситься. Здесь тоже сам давай три хода будем строить. Все. Пока все. Так, ты идешь сюда. Забираешь эту армию. Вот и замечательно. И пойдем на Индию. Фиг с ними. Здесь, значит, идем сюда вот. Обратно. Три хода опять. Армия здесь у них близко есть. Не слишком мощная она. Тут у нас стен нет, очень жаль. Деньги у нас по деньгам мы упали чуть, но это не важно. Что у нас тут по религии? Пока ничего тут неинтересного нету.
Здесь я тут тоже думаю, тоже сам такая же ситуация, да? Да. А тут строится. Замечательно просто. Я так понял, у нас никуда не денется, ничего не сделать. Мы со мной с Индией будем воевать, как нефиг делать, да? А если попробуем переговоры, мир приложить. Короче, понятно, пока мы их чуть не потрясем. Ничего не изменится. Каких, блядь, Пруссий? Мы так не воевали с вами, нихуя. А, вот ты где, блядь. Пруссии больше тут нету. Я говорю, чисто нас эти ненавидят и все. Ну ладно, повоюем с ними, что можно сказать. Эти наши нормально. А сколько этой дамочке лет-то, блядь, уже? 51. А чё она, блядь, не стареет, что ли? 90 лет! Султан Абдулхамид I. Ёб твою мать! 90 лет, вы чё? Карл 51, первый. Великобритания 43, Фредерик I. Испания, Мария Виктория 2, королева 48, нормально. Эти мы знаем, а тут то у нас Анна 1, 77, ёпт, старая Пруссия. Августа 2, 45 лет. Ну, Россию мы знаем. Соединенные здесь, Нидерланды, можно сказать. Вильямбол Штангалейтер 53 года у него. Французы тоже вообще маленький кусочек имеют. Людовик 25-й, что ли, король 51 год. И шведы Густав 3. Бавария Максимилиан 2, король 90 лет тоже, блядь, старик уже. Леонардо Петри, министр, 58 лет. Эмберхард Людвиг I, 76 лет. Ёп твою мать. 82. Луиза Ультрика, 1. Она королева, да. Это из Индии, бля, из Индии. Вот, точнее, там, из Индии, блядь. Из этого другого, короче, региона. Министр. О, нихуя, он министр. Лавуква 1, 83 года. Молодчина. Их вообще там никто не трогает, да, я так понимаю. Дешаремеев 1. Ну, когда-нибудь империю Тавар будем играть. Я думаю, скорее всего, будем в такую страну, как, может, в Великобританию можем поиграть. Я думаю, там будем находиться. Министр тоже. Деганевид, 50 лет. Министр Леонардо Вассо. Султан, 42 года, блин. О, тоже министр Ванди. Ну, вот что-то написали. Ванди Танка 1, 51 год у него. Священный какой-то там. Антио Манель 1, министр. 85 лет. Ёпта ему, все пиздец. Ну чё, пропускаю один ход. Извините, конечно, я перечислял. Я уже чуть затормозил саму эту, как у прохождения. Потому что у нас проблемы сейчас с Индией будет. Армия у меня возвращает через 3 хода. Сюда еще новая армия придет. Я думаю, скорее всего, захватим вот этот город у них. Чтобы мы могли крыть. Ну тут атака, и тут будет атака. И мы сможем отсюда убрать армии. Вот чего, точно, этот город, очень надо схватить этот город, прям, без всяких проблем. Прям надо взять и взять этот город. Ну, и при этом пропускаем ход, посмотрим, куда он своей вот армии пойдет дальше нам. Здесь, понятно, наш пион пошел.
Сейчас армия придет из Москвы, только ты там три хода придется. Ну, как-то продержимся, наверное, блин. А там потом посмотрим, что у нас где-то выйдет. Османской империи мы не останавливаемся, мы будем продолжать с ними войну, скорее всего. Только на другой стороне будет у нас война. Посмотрим, что из этого будет. Это глубь нашей страны вообще проходит, вообще просто беспредельщики. Шведы, я думаю, у них там революция что ли началась, или никак. Я и так не понял, что у них там вообще случилось. Не, они пошли по своей земле пока. Ну, мы этот город и Азербайджан берем, должны взять себе, чтобы закрыть два города. У нас нанят еще один религиозный человек. Торговый принесет доход. Нажимаю на пробел, чтобы не пропустить. А военный позволит строить корабли. О, Москва там вообще просто строится. Так, роды растений. Что у нас по деньгам? 4000, пока нормально. 4000 у нас пока нормально. Так, шпиончик, идешь сюда. Так, строить мы здесь не будем ничего. Ну да, только наймем здесь двоих. И все. 3000 у нас есть, мы можем построить. Так, ты у нас идешь сюда. Да, ты идешь сюда у нам. Сначала в данный момент сюда пойдешь. Там строительство у нас ведется. Пускай он идет. Ничего страшного нет. Через сколько? Через два хода у нас будет тут развитие. Так, здесь у нас тоже самые есть интересные построения. Ну, это позволяло. У нас тут нельзя, да, нанять? Да, только пока этих нельзя нанять, это очень жаль. Ну, давай 1200 мы это берем. Это мы не сможем сделать, пока у нас не... итог изучается. Да? Да. Здесь уже строятся дороги. Здесь еще два хода у нас осталось. Сюда надо монаха притащить. А где у нас монах появился? Мы можем вот так сделать. Так, вот область агенты. Нет, не он. Вот он. Ты у нас появился, иди сюда. Все. Должны пойти в плюсик. Да, ваше величество. Все просто замечательно. А тут через сколько будет построено? Аздов. 130 ходов. Ой, 130. 30 ходов еще осталось. Ну, понятное дело. Так, у нас 1700 осталось. Да, тут нанять пиздец. Армию. Ну, а нанимаем тебя двоих линейников. Пускай они тут будут, идут сюда. Сколько у нас тут осталось стоять можно? Вообще, все уменьшается, уменьшается. Потом отправим их сюда. А здесь у нас идет сюда вот этот... Следующая уже серия. Ну ладно, я думаю, на этой ноте мы уже так остановимся. Прямо здесь. На этой ноте мы заканчиваем. Увидим следующие другие прохождения. Думаю, в следующей серии уже начнется у нас битва. Мы всего лишь 3 года проскочили. Это, конечно, очень мало в данный момент. Ну что, всем удачи и пока. Увидим в следующей серии других прохождений. Всем пока.